8 декабря 1986 года в тюрьме города Чистополь после 4-месячной голодовки умер заключенный. Ему было 48 лет. Почти 19 из них он провел в тюрьмах и ссылках. Но, как ни парадоксально, больше всего в жизни он ценил и любил свободу. Его единственным требованием, во время его последней голодовки, было освобождение всех политзаключенных в Советском Союзе. Это требование, конечно, казалось безумным, но власти почему-то удовлетворили это его требование. Этого человека звали Анатолий Марченко. Анатолий Тихонович Марченко родился 23 января 1938 года в сибирском городке Барабинске. Его отец всю жизнь проработал на железной дороге помощником машиниста. Мать – уборщица на вокзале. Окончив 8 классов средней школы, Марченко покидает родительский дом и по путевке райкома комсомола едет на комсомольскую стройку, на Новосибирскую ГЭС. Из повести Анатолия Марченко «Сортирная сюита». С этой поры жильем мне было место в общежитиях, гостиницах, домах колхозника. А попав потом в ГУЛАГ, я познал прелесть отдельного спального места, и там, от места на цементном полу параши до действительно отдельного места в лагерном бараке или в крытой тюрьме. Комсомольские стройки – великий миф советской эпохи, воспетый в песнях и стихах. На самом деле стройка мало отличается от лагеря. Здесь бок о бок работают и комсомольцы-энтузиасты, приехавшие за романтикой, и комсомольцы в бушлатах, заключенные. Разница лишь в том, что зэки идут после работы в барак за колючую проволоку, а вольным комсомольцам можно песни у костра попеть, на танцы сходить, выпить. Там была массовая драка, и были все пьяные, поскольку Толя вообще никогда не пил, так что ясно, и он в этом не участвовал, но он попал в драку, в которой кто-то кого-то убил. И автоматически всех участников драки, которые попали, ему дали несколько лет лагеря. Все явные и мнимые участники драки получили по 2 года лагерей. Это максимальный срок по статье за хулиганство. Марченко попадает в лагерь. Однажды на комсомольской стройке Марченко наблюдал такую картину. Один из заключенных пытался бежать. Он бросился в воду Иртыша и поплыл на другой берег. Конечно, его тут же заметили и вдогонку послали катер. Катер догнал беглеца и, параллельно с ним, медленно плыл к противоположному берегу. Тот доплыл, вышел, сделал несколько шагов, шатаясь от усталости. А в это время из катера выпрыгнул офицер, выхватил пистолет и выстрелил ему по ногам. Он упал. Офицер медленно подошел к нему и в упор сделал несколько выстрелов. Марченко уже тогда понял, за свободу приходится платить. Порой собственной жизнью. Но за нее стоит бороться. За отказы выходить на работу и драки он часто оказывается в штрафном изоляторе. В конце концов, неисправимого зэка переводят на строгий режим. Из книги Анатолия Марченко «Мои показания».
Дальше обстоятельства моей жизни сложились так, что я решил бежать за границу. Я просто не видел для себя другого выхода. В то время эта идея убежать из страны, это был единственный способ. Он даже не знал, что бывают такие люди, которые, так сказать, могут протестовать. И еще этого не было ничего. То есть он считал, что он уже созрел, чтобы быть свободным человеком, и не мог жить в этой тюрьме народов. И он хотел убежать. Марченко совершает попытку перехода границы в горах Туркмении. Его задерживают. Суд и приговор. 6 лет по статье «Измена родине». Так Марченко становится политзаключенным. В лагерях ходили слухи, что политзаключенных содержат совершенно иначе. Ну и кормят гораздо лучше, и конвоиры не так свирепствуют. И вот многие уголовники решили стать политзаключенными. Проиграется зэк в карты, платить нечем, и он делает на лбу татуировку. «Я раб КПСС». Вот тебе и политическая статья. Но, как известно, уголовник в любой зоне уголовник. Но вот с Марченко вышло совсем иначе. В начале 60-х в лагерях Мордовии отбывают наказание свыше 12 тысяч заключенных, осужденных по политическим статьям. Из книги Анатолия Марченко «Мои показания». В одной бригаде со мной работал Анатолий Буров. Он был еще совсем маленький, когда его семью раскулачили. Их погрузили на пароход и отправили вниз по Оби. Высадили где-то в тайге, живите как хотите. Стали валить лес, строить дома. Через 3 года снова пришел пароход с чекистами. Повыбрасывали всех из домов, повезли еще дальше. Отец Бурова умер, семья пропадала. В конце войны Бурова направили в танковое училище. Он сбежал, его поймали, судили. Он снова бежал. Новый суд приговорил к 20 годам каторги. Жизнь среди политзаключенных оказывает громадное влияние на мировоззрение Марченко. И он начал учиться у людей и у книг. Библиотека в лагере была, очевидно, не вполне для этого подходящая, но все-таки он там всего Ленина прочел. Просто том за томом собрали сочинения. Вот с этого началось его политическое образование. Он искал истину так, никому так, на слово не веря, сопоставляя мнения. И вот с этого, собственно, тут он стал интеллигентным человеком. В 1960 году принимается новый уголовный кодекс. Сталинская 58-я статья заменяется 70-й – антисоветская агитация и пропаганда. Для политических заключенных вводится 2 режима – строгий и особый. Начал Хрущев закручивать гайки. Он решил, что он чересчур развинтилось все после 20-го съезда, надо немножко всех приструнить. Вот особый – это для особо опасных рецидивистов. Я в лагере ведь был арестован и получил 2-ю судимость. Я стал, значит, носить полосатую одежду, как в Бухенвальде. В общем, это комбинация тюрьмы и лагеря такая. И это очень жестоко, потому что в лагере бараки, там можно ходить из одного барака в другой, а тут вот проработал и запирают тебя в камеру. В 62-м году журнал «Новый мир» публикует повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». В лагере повесть вызывает настоящий ажиотаж. Чтобы прочесть ее, записываются в очередь. Журнал зачитывают до дыр. Когда мы читали Солженицына в лагере, вы понимаете, тут у нас было какое-то невольное возмущение. Он пишет об этом как о прошедшем времени. И рецензии, такие заголовки рецензии на «Один день Ивана Денисовича» – это не должно повториться. А мы-то живем при этих же условиях в лагере, в таком же. Из книги Анатолия Марченко «Мои показания». Еще в лагере я дал себе слово, что когда выйду, то расскажу о том, что видел и пережил. Ради этой цели я терпел кошмар за колючей проволокой. Я обещал своим товарищам, которые еще на годы оставались там, что сделаю это. В 64-м году в стране меняется руководство.
Вместо Никиты Хрущева приходит Леонид Брежнев. Многие опасаются, неужели возвращаются сталинские времена. Но их опасения оказались не напрасными. Не прошло и года, как начинается в Москве открытый политический процесс над двумя писателями – Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Они напечатали свои произведения на Западе без разрешения на то. На суде происходит невероятное. Синявский и Даниэль не признают себя виновными, не каются. Приговор суров. Синявский получает 7 лет лишения свободы, Даниэль – 5. В политлагерях осужденных ждут как героев. Суд над писателями положил начало цепной реакции политического неповиновения в стране. Молодой журналист Александр Гинзбург составляет сборник из 165 документов, посвященных процессу Синявского и Даниэля. Передает рукопись для издания за границей. КГБ арестовывает Гинзбурга и за антисоветскую клевету журналиста отправляют в политлагерь. Люди почувствовали необходимость протеста против действий власти. Причем главным предметом их заботы была свобода слова. Потому что при наличии свободы слова жизнь общества изменяется. Становится возможным свободно дышать. Возникло движение подписантов, так их называли. Люди подписывали письма протеста в защиту Синявского Даниэля, потом в защиту Гинзбурга. Причем делали это совершенно открыто. Даниэля этапирует Дубрав Лак. Его встречает как настоящего героя. О, он знаменитость, известен на всю страну. Кроме того, воевал, горел в танке. А держится так просто, демократично. Даже самые отпетые, отъявленные уголовники считают за честь познакомиться с ним. Знакомится он с Анатолием Марченко. Тот в это время находился в этой зоне. Он что-то разглядел в этом странном, полуграмотном парне. Тот изучает труды Ленина, конспектирует их. И они становятся близкими друзьями. А вот в 66-м году кончается срок заключения Анатолия Марченко. И Даниэль провожает его в Москву с рекомендациями и с письмом к своей жене Ларисе Богораз. Московская интеллигенция принимает Марченко как своего. Еще бы, ведь его рекомендует сам Даниэль. Но дело не только в Даниэле. Сама личность Марченко интригует. Таких они не видели. Впечатление очень зэковское. Очень, ну, такой, знаете, вот приехал классический зэк, у которого вот эта вот печать лагеря просто вот на лбу нарисована. Хотя Толя вроде не так долго и сидел, 6 лет всего. В общем, все, кого я знал, это были как бы интеллигенты, вот с таким московским интеллигентным выражением лица. А тут совершенно простой парень, который говорил простым языком и очень резко. У него были лучистые глаза, такие, ну, прям буквально снопы света из глаз. Я подумала, какие глаза у человека? А дело было в том, что у него уже начинался этот воспалительный процесс, и из-за этого такие глаза были. Марченко вышел из заключения инвалидом. Он почти оглох и мучается головными болями. В лагере перенес на ногах менингит. Новые друзья устраивают его в московскую больницу, где ему срочно делают операцию. Врач сказал, что если бы еще немножко задержали, то он бы умер, потому что очень сильное воспаление было. И несмотря на боль, он все время о чем-нибудь расспрашивал. Он не только из книг хотел, но и от нас. А вот о людях, о событиях, я уже даже не помню о чем. Но все время надо было ему поставлять какую-то интеллектуальную информацию. Марченко нельзя жить в Москве. Он снимает угол в городке Александрове, Владимирской области. Устраивается на работу грузчиком. Причем он работал физически, чтобы заработать на хлеб, для того, чтобы вечер
посвятить творчеству. Да какой из интеллигентных людей мог так стать писателем? Я себе просто не представляю. Даже граф Толстой, наверное, не стал бы писателем, будь он не граф Толстой, а из крепостных. Из книги Анатолия Марченко «Мои показания». Я писал правду для тех, кто хочет услышать о сегодняшних лагерях и тюрьмах для политзаключенных. Я убежден, что гласность – единственное действенное средство борьбы с творящимся сегодня беззаконием. О сталинских лагерях писали многие. Уже опубликована повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». По рукам ходят колымские рассказы Шаламова. А вот о хрущевских, брежневских лагерях не написано ни единого слова. Почему? Да кому же хочется рисковать? Ну, напиши, и тут же получишь новый срок. А люди, которые вышли оттуда, которые покинули ужасы зон, не хотели рисковать. А вот Марченко рискнул. Да, какая же это свобода, если нельзя писать правду, да даже думать надо шепотом. Из книги Анатолия Марченко «Живи, как все». Пока я писал, измотал все нервы, и все равно ничего не получалось. Как начать повествование? Чем кончить? Никакая тяжелая физическая работа меня так не выматывала. Результаты творчества приводят Марченко в отчаяние. На помощь ему приходит Лариса Багарас. Она безжалостно редактирует рукопись. Она убирала оттуда все вопли насчет того, какие сволочи коммунисты и какая мерзость коммунизм. Его на этот счет несло, и он очень по несколько страниц этим записывал, понимаете? Она все это убирала, оставляя конкретику. Анатолий Марченко отчаянно спорит. Он не боится сказать правду о советской власти. Но Лариса непреклонна. Пиши только то, что видел и знаешь. Из этого принципа рождается и название книги «Мои показания». Я думаю, что она не зря называется «Мои показания», потому что это именно показания. Может быть, эту книгу надо рассматривать как показания свидетеля обвинения. Свидетеля обвинения на процессе против преступной власти. Книга «Мои показания» написана простым, общедоступным языком. Здесь нет обличительного пафоса. Все просто. Этап грузит фургоны. И людей не втискивают, их просто вбивают. Ну, чтобы поместилось как можно больше. Они не стоят, а висят друг на друге, истекая потом. Еще одно испытание. Кормят селедкой, а пить не дают. В туалет не выводят. И самое страшное – голод. Люди теряют разум. Они начинают воровать продукты друг у друга. Их избивают, калечат. Некоторые даже едят части собственного тела. Да, Марченко знает то, о чем он пишет. Из книги Анатолия Марченко «Мои показания». Со мной в одной камере сидел венгр Антон по кличке Мадьяр и бывший уголовник по кличке Воркута. Воркута как-то решил попасть в лазарет. Для этого он порезал себе вены. Кровь льется ручьем. Мадьяр, видя такое, подставил миску и стал ее собирать. Не пропадать же добру. В кровь он накрошил хлеб и стал хлебать эту тюрю. Через всю книгу, ну ее, я не знаю, слово «нерв» тут не подходит. Понимаете, каким-то такой мощнейшей струей какой-то била в тебя мысль. Этого не должно быть, лагерей не должно быть, не должно быть политзаключенных. И она действительно была самоиздатовским бестселлером. Вот в конце 67-го, когда она была закончена, она разошлась очень быстро. И ее очень много перепечатывали, несмотря на ее объем. Рукопись удается передать за границу. В 68-м году книга выходит за рубежом и тут же переводится на многие европейские языки.
На обложке фамилия автора – Анатолий Марченко. Это вызов советской системе, ведь даже Синявский и Даниэль публиковались на Западе под псевдонимами. Из книги Анатолия Марченко «Живи, как все». Я не соглашался на псевдоним не из-за безумной смелости, а по трезвому расчету. В книге говорится о конкретных местах, людях, фактах, об определенном времени. По всему этому заинтересованные лица легко установят автора. Не говоря уже о том, что какие ж это показания под псевдонимом. Была какая-то вечеринка. Я подошла к нему и так полушутливо спросила. Ну, что, писатель, ждешь гонорара? Он сказал, жду, но не рублями, а годами. Сказал очень так, без улыбки. 68-й год – год чехословацкой перестройки, пражской весны. В СССР многие надеются, что события в братской стране поспособствуют смягчению идеологического пресса. Но позиция советского руководства настораживает. Похоже, все идет по старому сценарию, как это было уже в Венгрии и Польше в 56-м году. Марченко не может молчать, и летом он пишет открытые письма в советские и иностранные газеты, а также на радиостанцию BBC об угрозе советского вторжения в Чехословакию. Такой поступок Марченко вызывает негодование властей. Это подрыв престижа страны, клевета на социалистический строй. Неугомонного писаку решают посадить. Но после издания на Западе его книги сделать это непросто. Он известен. Тогда находит повод – нарушение паспортного режима. Нарушение состояло в том, что ты мог прожить в Москве 3 дня только. Если больше 3 дней, то ты уже в нарушении. Конечно, люди жили месяцами и годами в Москве, и никого это не волновало. Но, естественно, для него сделали исключение. 21 августа суд выносит Марченко приговор – год колонии строгого режима. Уже в тюрьме Марченко узнает, что спустя 3 дня в Москве происходит знаменитая демонстрация «За нашу и вашу свободу». На Красную площадь с протестом против советского вторжения в Чехословакию выходят 8 человек. Среди них и Лариса Багарас. КГБ арестовывает всех. Затем суд. 7 поплатилось свободой. Ларису Багарас приговорили к 4 годам ссылки в поселок Чуну Иркутской области. Именно там произойдет следующая встреча Ларисы и Анатолия Марченко. Как только он выйдет из лагеря, то сразу отправится в Чуну, к Ларисе. Формально Лариса Багарас – жена Юлия Даниэля. Но незадолго до его ареста в 66-м году она ушла от мужа и уехала с сыном в Новосибирск. Вскоре Даниэля арестовали. О разводе не может быть и речи, надо поддерживать мужа. Пока он не освободится, Лариса Багарас будет ему помогать. Посылки с продуктами, теплая одежда, письма, свидания. После освобождения Даниэля из лагеря Лариса Багарас не считает необходимым скрывать свои отношения с Анатолием Марченко. Они уже давно любят друг друга. Эти люди могли быть глухонемыми. Такая существовала между ними радиосвязь, что они живут в какой-то абсолютно, в каком-то абсолютно неизвестном окружающем единстве. И это ни семья, ни соратники, даже так нельзя сказать. Вот они были очень связаны друг с другом. Вот как будто бы между ними была такая веревочка их обмотавшая. У него такое было рубленное лицо, в общем, некрасивое, но очень умное и необыкновенной силы. Вот видно было, что этот человек очень сильный. И такой вот, что к нему можно вообще прислониться и за ним, как за каменной стеной. Когда срок ссылки Ларисы закончился, они с Марченко селятся в городке Таруси. Там, в 73-м году, у Ларисы и Анатолия рождается сын Павел. Лариса оформляет развод с Даниэлем и выходит замуж за Марченко. Все аскетично. Никакой свадьбы, только поход в ЗАГС. Идет такая странная процессия. Значит, нас вызывают, да. Идет Лариса в беленькой кофточке, в черненькой юбочке. Рядом иду я, несу Пашку грудного.
а сзади идут, значит, жених и, как он говорил, понятой. Вот. Он говорил не свидетель, а понятые. А сзади идет, вот, и оба, и жених, и понятой идут руками за спину, потому что оба лагерники. У них было такое хорошее время. Вот это время было хорошее. Вот как-то родился этот ненаглядный, обожаемый мальчик. И они были оба такие очень счастливые. Особенно Лариса, она прям сияла. Мечта Марченко о своем доме, который виделся ему в бараках и камерах, начинает сбываться именно здесь, в Тарусе. С помощью друзей они покупают полдома. Анатолий берется за его перестройку. С головой уходит в работу. Это первое собственное жилье в его жизни. Он просто не умел не работать. Вот это не просто работящий, а я бы сказал, что если бы его заставили чего-то не работать, да, то он бы заболел от этого. Писать книжки, строить дом, там, ну вот такие вот вещи, которые можно потрогать в результате, это он понимал. И он без этого просто жить не мог. Многие политзеки, освободившись, отходили от общественной деятельности. Марченко же продолжает писать или, говоря языком Уголовного кодекса, изготавливать клеветнические материалы. Выступает в поддержку правозащитников и политзаключенных, объявляет голодовку солидарности с академиком Сахаровым. В ответ КГБ напоминает о себе очередными угрозами и обысками. Вот Антон рассказывал историю, как к нему пришли с обыском, дома ничего не нашли. Он сказал, что он все это закопал в лесу, была осень, они приехали на машине. Они говорят, пошли в лес? Ну, пошли, говорит Анатолий Тихонович. Надевает болотные сапоги. Их было, может быть, двое, может быть, трое. Они были в цивильных полуботиночках, там, не знаю, в цивильных брючках. Он их там часа 2,5 водил по лесу. Человек все-таки уже действительно довольно сильно подорван здоровьем, но крепкий своей ненавистью к ним. Он их мотал по лесу часа 2,5, а потом сказал, не знаю. Они, значит, чертыхались, ругались и говорят, ну, давай выводи. Он говорит, а я не знаю, как отсюда выходить. Я вообще сюда идти не хотел. Вы меня заставили сюда идти, вы мне сказали, чтобы я сюда шел, давайте сами выводите. При новом председателе КГБ Юрии Андропове власти неохотно шли на аресты. Любая репрессия становилась быстро гласной, и по всему миру поднимался шум. Ну, тогда прибегали к другим методам. Просто выживали из страны. Даже иногда присылали из Израиля липовые вызовы. Ну, например, «Дорогой внук Вася, твоя бабушка Двойра, ну, просто не может жить без тебя. Приезжай скорее ко мне». Видите, как все просто. Ну, многие из эмигрантов оседали в Америке, в Париже. И Марченко было предложено покинуть страну. Но вы же когда-то даже пытались бежать, даже отсидели за это в тюрьме. Вы же хотели свободы. Выбирайте. Вот, свобода. Но за эти 10 лет Марченко сильно изменился. И представление о свободе у него было уже совершенно иным. Из книги Анатолия Марченко «Живи как все». Меня возмущало позорное молчание мировой и отечественной общественности по отношению к советским политзаключенным. Но меня возмущало и наше собственное поведение. Мы сами должны заявить о себе во весь голос. Лучше всего было бы сделать это дело, не покидая страны. Важно, чтобы это был голос изнутри. Он жил так мог жить, да иначе не мог. Ну, а то, что на это власти так реагировали, это уже скорее их были проблемы. Он сказал, вообще пусть они уезжают.
Если им не нравится жить со мной в одной стране, я ничего не имею против, я их отпускаю. Если человек не понимает по-хорошему, поймет по-плохому. Против Марченко фабрикуют обвинения в нарушении поднадзорного режима. Приговаривают к 4 годам ссылки в поселок Чуну Иркутской области. Жена с сыном едет вслед за ним. Устроились на лесозаготовительный комбинат. В Чуне они прожили 3 года. За это время дом, построенный ими в Тарусе, власти снесли. По окончании ссылки за гроши, полученные в качестве компенсации за снесенный дом в Тарусе, они покупают развалюху в городке Карабанове Владимирской области. Лара сделала модель их будущего дома. Но такую модель, которая один к одному, так сказать, в масштабе, в цвете, был красно-кирпичный, очень красивая крыша. И, в общем, такой дом мечта. Вот. И Толя очень ему радовался, он стоял у них на столе. Он его строил истово, как все, что он делал. Он строил дом, наверное, толщиной в 3,5 кирпича, а не в 2,5, как строили добротно в 19 веке. Он строил его не из кирпича, потому что кирпич – дорогое удовольствие. Он сам месил бетон, он откуда-то стаскивал арматура, и он сам возводил это просто крепостная стена была, эти стены этого дома. Из записок Анатолия Марченко «Я здесь живу». Мы мечтали, построим свой дом. Такой, какой придумали себе за все ссыльные годы. Такой, в каком хотим жить до самой смерти. Построим и будем жить в нем большой семьей. Он все-таки был очень семейный человек. И очень хотел жить нормальной человеческой жизнью. Поэтому всегда, когда вот это было возможно, он очень увлеченно жил, занимался хозяйством, жил дома, любил сына. Все это было очень наглядно. В конце 70-х в СССР сгущаются сумерки. 29 декабря 79 года наши войска входят в Афганистан. Рейган объявляет Советский Союз империей зла. В январе 80-го без суда и следствия ссылают в Горький академика Сахарова, открыто выступившего против вторжения в Афганистан. Властям больше не нужно считаться Западом. До 80-го года власти с правозащитниками играли в известную игру «Кошки и мышки». Цапнет – отпустит. Цапнет – отпустит. Ну, а теперь... Игры кончились. Сажали просто так, для профилактики. И 40 давали чудовищные. 7-10 лет. За грехи прошлые, а может быть даже и будущие. Сиди и не высовывайся. Ну, в крайнем случае, покайся. Знал все это Марченко? Конечно, знал. В 81-м году в Польше происходят удивительные события. Профсоюзное движение «Солидарность» во главе с Лехом Валенсой устраивает массовые волнения в стране. Марченко пишет открытые письма в защиту польской демократии. Войдут или нет советские танки в Польшу? На этот вопрос ответ таков. Только решимость и готовность поляков взяться за оружие и с оружием в руках отвоевывать себе независимость и отстаивать ее в будущем может остановить советское руководство, а также солидарность всего мира. Власти в СССР разгневаны. Опять Марченко на виду. Да к тому же им кажется, что дурной пример заразителен. Марченко – опасный смутьян. По системе ассоциативных связей, которые... У всех людей же присутствует, и у ГБшников тоже. Они тоже люди. Мысль о... Для них как бы маркировано что в Толе, в его личности? Маркировано, что он рабочий. Что он интеллигент из рабочих.
И вот от чего делают интеллигенты из рабочих, им только что продемонстрировал Гданьск и Валенса. Вот им чудился в Толе Марченко какой-то советский Валенса. В марте 81-го Марченко арестован. Органы больше не играют в нарушение паспортного режима. 10 лет лагерей и 5 лет ссылки по 70-й статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Для тяжело больного человека это смертный приговор. Из последнего слова на суде обвиняемого Марченко. Раз этот государственный строй считает, что единственный его способ сосуществования с такими, как я, это держать их за решеткой, тогда я буду вечно, до конца дней, за решеткой. Я буду ваш вечный арестант. Врага советской власти Марченко этапируют в пермский политический лагерь. Недостроенный дом уничтожают, как на войне, с помощью взрывчатки. Начало 80-х в СССР. Один за другим умирают генеральные секретари Брежнев, Андропов, Черненко. В 85-м бразды правления принимает 52-летний Михаил Горбачев. И режим начинает меняться. Разрядка, перестройка, гласность. Но для политических заключенных, в том числе и Марченко, все по-прежнему. Избиения, провокации, лишение ларька и посылок. Из лагеря Марченко переводят в Чистопольскую тюрьму на строгий режим. В книге Анатолия Марченко «Мои показания» есть ужасающие страницы. Это страницы о голоде. Голодом можно унизить человека, можно растоптать его, довести до полного отчаяния. Но у этого есть и другая, оборотная сторона. Это объявление голодовки. И начальство вынуждено с этим считаться. Это игра со смертью. Человек рискует здоровьем, даже своей жизнью. Но его обязаны кормить. Ну а как же? Но кормят принудительно. В рот или в нос вставляют шланг и льют через него суп. Это процедура, подобные пытки. Редко кто ее выдерживал. И вот в августе 86 года в тюрьме города Чистополь Анатолий Марченко объявляет бессрочную голодовку. Он требовал соблюдение там на основании того, что Советский Союз подписался под многими международными пактами, требовало освобождения всех политзаключенных в Советском Союзе. Ну, теперь представьте себе ситуацию у людей на воле, как они должны воспринимать такое заявление. Ведь ясно же, что вот это заявление не может быть удовлетворено. Что это значит? И в то же время Анатолий Тихонович совершенно не такой неигровой человек. Вот если он объявлял голодовку, то это значит, что он решил добиться результата. Когда я узнала об этом, я пришла в жуткий ужас, потому что, ну что ж, бессрочная голодовка под такую тему, причем такой прямой человек, как Толя, он же не снимет голодовку, это верная гибель. Голодовка тянется уже не один месяц. В защиту рабочего Марченко выступают американские профсоюзы. Лариса Багарас пишет письма в правительство, в ЦК, органы госбезопасности. Все бесполезно. Более всего, вот так как-то все это проходило через Ларису Иосину, как какой-то нерв. И уже в ноябре на нее невозможно было смотреть. Невозможно. Потому что было ясно, что она... А он там голодает. И ничего мы не знаем. Писем-то нет. 4 декабря Лариса Багарас получает от Анатолия Марченко неожиданное письмо. Из него ясно, голодовка, которая тянулась 4 месяца, снята. Еще в письме странная просьба – прислать сало, смазанного горчицей, шоколадных конфет. Эти продукты для выходящего из голодовки неприемлемы.
Жена и друзья делают вывод. В письме содержится шифрованное послание. Что-то случилось. Произошло что-то чрезвычайное. Или, как считала Лариса Иосифовна, и мне тогда тоже так казалось, оно значит примерно следующее. Как она говорила, я цитирую ее: «Ура, Ларка, мы победили». Марченко действительно победил. Вскоре на международной встрече представителей государств европейских стран глава советской делегации заявляет: «Правительство СССР намерено решить вопрос о политзаключенных, освободить всех, кто отбывает наказание по политическим статьям». И первый шаг для этого уже сделан. Горбачев возвращает из ссылки академика Сахарова. Заявление правительства СССР на конференции – это сенсация для всего мира. Но Марченко знал о нем заранее. Мы предполагали тогда, что кто-то к нему приехал. Что кто-то к нему приехал, и этот разговор этих кого-то из Москвы, были ли это люди из ГБ, были ли это люди из ЦК, я и этого не могу исключить, из отдела курирующего ГБ, из отдела адморганов ЦК. И был какой-то разговор, на котором они ему предоставили какие-то неопровержимые данные в пользу того, что вот мы находимся сейчас на пороге каких-то тех самых важнейших перемен, о которых он мечтает, и на пороге освобождения заключенных. Последняя отчаянная схватка с властью завершилась победой. Но цена ее оказалась слишком высокой. Через 12 дней после выхода из голодовки Анатолий Тихонович Марченко умер. Похоронили его на кладбище в Чистополе по православному обряду. Знаете, что называется, солдат с фронта не везут хранить на родину. Их хоронят там, где они погибли. А ощущение, что он вот, что называется, погиб в бою, было очень острое. Отпели в церковке, и как раз это было довольно человечно. Какой-то был старенький такой священник. Очень трое пели, так сказать, эту литургию. И все это было, ну, как-то по-человечески. У него было удивительно спокойное лицо. Вот, типа человек отработал свое. Когда я познакомился с Толей, он меня поразил тем, что на нем вот эта вот печать зэковского, она исчезла. С 86 года, года смерти Марченко, история резко меняется. В 89-м появился первый советский парламент. В 91-м рухнул Советский Союз. В 93-м принята Демократическая Конституция Российской Федерации. С калейдоскопической пестротой сменяют друг друга новые герои и политические персонажи. Имя Анатолия Марченко, не слишком известное и при жизни, практически забыто. В нашей стране нет ни одного дома, на котором можно было бы повесить мемориальную доску в память Анатолия Марченко. Все дома уничтожены властями. Свою последнюю книгу «Живи, как все» он так и не дописал. Да он и не мог жить, как все. Он был слишком свободен.